Давайте рассмотрим теперь дорожную карту проекта. Она указывает на планы и цели разработчиков проекта, как промежуточные, так и основные. Обозначены этапы финансирования и задачи, на которые оно направлено. Познакомившись с этой картой, мы видим, что компания уже успела сделать и на каком этапе находится текущий момент. Каковы ее планы на будущее? Качественная дорожная карта подсказывает нам и инвесторам, когда можно ожидать рост цен на токены. Вот основные этапы, обозначены на этой дорожной карте. Рассмотрим команду проекта Global Project Registers. Как известно, примерно половину успеха проекта обеспечивает хорошо подобранная команда. На сайте проекта есть информация о членах команды с подробным бэкграундом и контактной информацией. В составе есть участники, у которых уже были успешные проекты в области блокчейн. Команда XRX сочетает в себе страсть к блокчейну, отраслевой опыт и проверенные достижения в области финансовых разработок, маркетинга и лицензирования. Если над проектом трудятся опытные специалисты, которые работают в известных компаниях, то основной доверять становится больше. То оснований доверять становится больше. В команде задействованы все необходимые специалисты. Это люди, которые возьмут на себя бизнес-процессы, операционную деятельность, финансы, масштабирование, юридические услуги, блокчейн-разработку.